Сегодня Магнитогорский медкомбинат принимает участие в 8-м металлургическом саммите в Москве. Двухдневная встреча посвящена обсуждению новых возможностей в развитии отрасли. ММК представил продукцию нового стана. Сегодня в Магнитогорском госуниверситете состоится день открытых дверей для работодателей. Выпускники факультета индивидуальной специализации будут защищать свои дипломные проекты, ориентированные в первую очередь на конкретных работодателей. Сегодня, по прогнозам синоптиков, жители Челябинской области отдохнут от изнуряющей жары. Температура воздуха на Южном Урале будет держаться на уровне 22-27 градусов. На юге пройдет холодный фронт. Сегодня синоптики обещают в Екатеринбурге плюс 24-26, в Челябинске 25-27 тепла, в Магнитогорске дожди 26-28, в Першимпенуазе 26-28 выше нуля, в Кизильском до 29 тепла, в Верхнеуральске плюс 24-26.